История гласит, что в викторианскую эпоху неблагопристойный вид веселки шокировал целомудренных дам. Дочь Чарльза Дарвина, Генриетта, настолько была смущена этими торчащими грибами, что объявила им войну. Она бродила по лесу, на нюх отыскивала плодовые тела и уничтожала их, объясняя свой поступок тем, что она защищает мораль горничных. Ее целью было ограждение от неловкости впечатлительных девушек, которые пойдут на утреннюю прогулку в лес и вдруг увидят эти позорные грибы. Представляю изумление этих горничных, увидевших, как из одного яйца растут два голубца. Целых два вонючих рога. Однояйцевые близнецы, может, даже сиамские. Так бы назвал произошедшее акушер. Сказочник опишет их, как двое из ларца одинаковых с лица. А для грибника это редкое событие. Просто чудо. Удивительная вещь. Яйцо близнец. Непонятно, может, они срослись там как-то. Такого я еще не видел.